Екатерина Ракчеева, если выпить сегодня фронтовые 100 граммов, то только вечером после службы. А пока работа. Она мечтала о ней с детства. Из Тамбовской области, где родилась, переехала в Волгоград учиться в институт МВД. Поступила, закончила и по распределению попала в видное. Есть у Екатерины что-то общее с Сократом? Нет, ничего для этих двоих важнее истины. Это моя мечта с детства. Я хотела помогать людям, во-первых. Во-вторых, мне нравится то, что мы можем исследованием объектов с происшествия изъятых докопаться до истины все-таки. Екатерина в отделе недавно, еще и года не служит, а вот ее начальник Михаил Коптилкин стоял у истоков видновской криминалистики. Экспертно-криминалистическая служба в Ленинском районе появилась в конце 70-х годов. С тех пор эксперты-криминалисты нашего отдела осуществляют выезды на осмотр мест происшествий по всем видам преступлений, куда выезжает следственно-оперативная группа. Это такие виды преступлений, как кражи, квартирные кражи, грабежи, разбои, убийства, ДТП, пожар. К сегодняшней вековой дате Министерство внутренних дел наградило криминалистов памятной медалью. Присоединяется к поздравлениям и наша съемочная группа. И, как водится, желает им поменьше работы. Михаил Решетов, Владимир Бижонов и Елена Кошелева. Видное ТВ.